Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится планшет Lenovo Tab M7. И сейчас мы разберемся, как сделать скриншот на данном девайсе. Итак, для начала мы можем попробовать самый простой метод. Это кнопка уменьшения громкости и кнопка питания. Скриншот делается, и здесь сразу есть предложение о скриншоте с прокруткой экрана. Мы нажмем на него. Прокрутка началась. Пускай идет до самого конца. Вот такой вот скриншот получится, удлиненный, который не получился бы в обычных условиях. Также скриншот можно сделать в панели управления. Для этого смахиваем шторку сверху вниз дважды и нажимаем кнопку «Снимок экрана». Выглядеть будет точно так же. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!